Блин, я даже, по-моему, забыл половину-то взять. Так, ну ладно, теперь мы знаем точно, куда. Далеко на севере бескрайних песков. Там вы найдете мое тело и черный камень души. Да что ты ржешь пожизненно? Страх и злоба зловещей пеленой покрывают это место. Тут находится вход в мои архивы. Я открою. Мне пришлось все это построить, чтобы спокойно проводить исследования и эксперименты. Создать черный камень души было не так-то просто. Я многим ради этого пожертвовал. Лия, привет! Император Хакан? Что вы здесь делаете? Отлично, теперь все в сборе. Я пришел сообщить вам, что нашел Белиала и готов отвезти вас к нему. Мы убьем владыку лжи, как только получим камень. Конечно, конечно. Но сначала я хотел бы получить назад свое тело. Мы выполнили, что ты говоришь? Часть уговора. Но и ты не забудь про свою. За этими порталами хранятся две реликвии, которые помнят силу моей крови. Активируй их с помощью добытых тобой сосудов. Я останусь здесь и буду готовиться к ритуалу. Будь осторожен. Ангелы ничем не лучше демонов. Ты хоть знаешь, что когда-то они устроили голосование, чтобы решить, уничтожать человечество или нет? Лишь один голос спас нас от гибели. Тираэль, я уверен, что это был он. Ты прав. Как-никак он воплощение справедливости. А уничтожение всего живого трудно назвать сколько тут этих призраков. Поступком. Тут слишком много раскаленного. Их что, по 5-6 косарей хп, что ли? Что я ему так урон наношу? Чёрт. Раскалённые твари, а. Интересно, сколько я сейчас урон наношу? Не намного увеличилось. Рывок. Как я обожаю вот так вот убить противников. Какую-то херню я взял. Какой грозный противник. Ух, капец, вас сколько тут. Нужно еще время. Да. Отлично, меня заморозили, я сейчас сдохну. Мне лучше. Да, теперь все отлично. Блин, опять меня заморозили. Какой же я неудачник на заморозку. Такой же он и могущественный. Эти огненные твари то опасны. Ау! О, чёрт, каменный гигант! Горите в аду! А сколько всякой фигни тут! Опять этот бес!
Не беси меня. Даешь мне награду за килы. Вот крыс не дает. Изи иллюзионисты, блин. Еще метаются говно. Что ты говоришь? Но и не позволяют добраться до нас тому, что обитает в залах Кула. Да, я чувствую ваш страх. Так, интересно, если я булаву первую поставлю, у меня урон увеличится? Нет, он упадет. Тогда оставлю так. Ох, как красиво это сделано. Ваши щитки слишком слабы. Так, куда же я пошел-то? Да, ну со. Двадцать один, блин. Почему так мало? И здесь тупик. Сколько ж тупиков-то? Свитки хоть зачем бить? Черт, сколько вас там. О, шлем. О, у меня уже легендарный даже комплектный шлем есть, так что нафиг мне он нужен. Посмотрите, сколько мы теряем, если берем этот шлем. Это жуза, ужас. Так, я кажется, мог бы вот. Помочь каждому человеку стать нефалемом, начать золотой век нашей истории. Что лагает очень сильно. Но мои братья Харадрима не захотели, чтобы прочие люди обрели положенное им судьбой могущество. Игра сохранена. Так, где ж тут телепорт-то? Рубин. Так я знал, что направо, скорее всего. О, чёрт! Чуваки, не надо меня так! Прошу! Чёрт! Нужно ещё время. Так,
нация. Фух. Еле выжил. Здесь дуэльные мученческие слезы отражения. Чтобы тоже сойти с ума? Ну уж нет. Просто взял, затроллил ее. Так, теперь пойдем направо. Вершить правосудие. Все в кислоте. Здесь видно кислотные приработают. Так. А где же... А, вот он, главный. Стойте же вы на месте, блин. Нужно время. Черт, какой-то говнощит они включают. Прекрасная была битва. Да хуйня, а не битва. Поздравляю тебя с этим достижением. Нате вам. Да стой же ты на месте, блин. Серьезно, ран не получится. Мои раны затянулись. Блин, зря хилку использовал. Уж и не зря. Главное не останавливаться, драться до конца. Тридцать три всего. Как много. Аграф для негодяя. Чего тут только нету, а, для спутников. Да ничего нормального-то и нет, интересно. Легендарка для спутника есть тут. Не, реально, когда нормальный легендар, вообще хоть одна легендарка сама упадет, а не купленная. То всего один раз вроде упала. И все. Паучки красивые очень. Но очень сильные и крепкие. Угомонный дуговой града. Он вызовет град, осторожней. Они даже выбраться не успели. Ух, ё. Вот это жопа. А, попалась. Сама себя в кучу стен загнала. Так, ну нихуя ничего нормального не выбрала. Мы оба знаем, что конец света близок.
Неужели ты веришь в то, что его устроили Белиал и Асмодан? Они ведь последние владыки преисподней. Капец, что за каменный гиг... Ох, ёх. Тихо. Не надо так меня. Не забывай обыскивать книжные полки. Иногда волшебники прячут свои сокровища именно на них. Так, здесь что, здесь тупик. Старинная урна. Я уж думал, руна какая-то. Так, здесь выход. Давайте посмотрим, что здесь. Сколько ж тут кислоты, а? Бесы! Мне нет правды! Ты прав, чувак, тебе нет равных. Но есть те, кто сильнее тебя. Ну чё так уже 200 косарей опыта получили? Ладно, идем дальше. Так, пойдем в мир теней. А вот и врата в мир теней, которые мы должны открыть. Красиво тут. Карадримы сделали. Я уже не помню, как тут было все. Чтобы спрятать мое тело. Наверное, очень на меня разозлились. А, все, вспомнил. Вот эти твари черные, которые вырываются толпой и которых легко убить. Да, теперь надо это дурацкое тело найти. Как же долго нам придется искать. О, черт. Я уж подумал, пишет пьяный монстр тут написан вещами. Раздвигать на них все подохнет. Моя ульта спасает. А, блин. Иди отсюда. Ювелирка. Что-то лишнее взял. Блин, инвентарь у меня переполнен. На один максимум предмет остался. Минимум, точнее. Мясо пошло и кончилось уже. Птичье обучение, да, то что мне надо. Даешь мясо. Опять универсальное кольцо, да ну его.
Скорее ищем твари, да побольше. Опыт. Сумки нет места. Сейчас найдем место. Две единицы здоровья секунды. Что это такое, блин? Кому это надо? Что это? Стилище удачи. Кубон грубый. Ух, какая тут трясочка пошла. Так, ща опыта будет. Ох, стоп, тихо, не сдох. Фух, еле выжил. Смотрите-ка, сколько опыта я с него получил. Да, надо таких побольше убивать. Даете мне еще таких. Он даже не станется, блин. Сумки нет места. Так, ладно, опыт закончился, хрен с ним. Сейчас найдем тебе место. Да стой ты на месте, тварюга. Это что такое? А, ясно. Ударить даже не успел, чувак, неудачник. Десять секунд до окончания действия этого святилища, которое даст больше золота. А золото было до хрена. Пять косариков меня там набил уже. Хоть и немного, но нормально вполне дает. Блин, ну капец, это мясо было, когда я святилище опыта набрал. Ого, как опыт шел. Так, а вот и твое тело. Да ну тебя, переносчик, зараза. Выжиматель крови. Бегучий часовой. О, черт, они хотят меня грохнуть. Я ранен. Блин, тело взял. Случайно. Это понятно. Ладно, но мы главное, все нормально. Гораздо больше, чем тебе известно. Легендарный пояс! Ха-ха-ха! Да что такое, опять пояс выпал? Миром. Я не хочу править миром. Я хочу его спасти. Надо срочно выбросить какое-нибудь говно, вот это, например. Здесь не говно легендарный поясок. 50 к силе, 69 единиц брони. 8 единиц к ярости, 5 к вероятности блока. Эх, фигня! Лучше продам задорого вполне. Разочаровал поясок. Я-то уж думал, что-нибудь такое крутое выпало. Ну, в любом случае, хотя бы своя легендарка. Ну, давай, начинай ритуальчик. Когда я начну ритуал... Где же у тебя? Я же его не вижу, это тело. Тебя окружает обман. Но обо мне тебе стоит беспокоиться в последнюю очередь. Сосредоточься, Лия.
Недолго осталось ждать. Еще немного. Да, наконец-то. Я с удовольствием это тоже еще раз посмотрю. Красиво выглядит. Золотунку, ты живой. Моя кровь пульсирует в венах. Затхлый воздух наполняет мои опустевшие легкие. Я снова жив. Да что ты говоришь? Мог бы сказать спасибо. Ты получил, что хотел. Теперь отдавай камень души. Хорошо. Я выполню то, что обещал. Быстрее, в мое святилище! А нас чё? А, ну вот, портал. Лея, ты пойдешь со мной? Или ты струсила? Струсила. Так. Золотун Коу. Хочу закончить дело всей моей жизни. Мир содрогнется, узрев доказательства моего могущества. Что это? Не знаю, как это случилось, но души погибших владык преисподней были только что заключены в этом камне. Нефалем, откажись от своей цели. Твои союзники жаждут лишь управлять тобой, а с этим камнем мы сами станем править всем мирозданием. Да нафиг мне править-то? Ты сошел с ума, Кул. Отдай мне камень, или я уничтожу тебя. Так, отлично, теперь этих стражей надо уничтожить, а потом Кула. Главное, сам он не сдохнет случайно. Так, есть их, я его делаю, заодно еще и Кула повредил хорошенько. Стой на месте, гад! Твои шарики ничего сделать со мной не смогут. Да мне насрать сейчас на тебя, Ирина. Бей его и все. Мало ли, что там тебе больно. Мне тоже больно, но я не чувствую боли. Если ты на месте, Кул. О боже! Только не жди, что я буду говорить с тобой о любовных делах. Что? Да я не... На самом деле, да я просто не знаю, что сказать. Так, чему... да. Вот так вот. Получил я этот камушек. 5 владык преисподней теперь заточены в этом камне души. Адре, это сделала ты. 20 лет назад, во время падения Тристрама, Декарт рассказал мне о нечестивом камне души. Да что ты говоришь, предательница? Так вот почему ты оставила меня. Ты хотела подготовить души демонов, чтобы их затянуло в ловушку Була. Да, дочь моя. Ради этого... Я пожертвовала всем. Да что ты говоришь? Так, давай. Здесь это невозможно. Да почему невозможно тут этим воспользоваться? Все, я возвращаюсь обратно. Портал на портале. Так, давайте-ка редкая легендарку еще одну сюда положим. Так, редкая. Камушки. Странички. Так, камушки вроде все положил.
Давайте продадим это тоже. Я пока что ничего не крафчу. В городе, конечно, покупателей больше, но мне здесь очень нравится. Красивый вид, и стражники не докучают. Так, окей, сколько у меня золота? 85 тысяч. Немного, еще пара часов игры, я восполню все потери, которые... Ну, на все, что потратился. Что мы будем делать, когда... Я уничтожу его. Мы должны добраться до Императора. Думаю. Значит, сначала мы должны вывести жителей из города. Тогда надо скорее поговорить. Так, еще немного, и будем сражаться с Белявом. Так, я вот даже не знаю, заканчивать сейчас или нет, потому что я не знаю, сколько у меня места там осталось. Так, камни, все камни надо взять. Все я камни вроде взял. На, Шен-скупец, сделай мне что-нибудь. Только на рубин есть материалы. А, ну да, странички же нужны. Так, ювелирная. У-у-у, сколько у меня тут ювелирного дела страниц. К интеллекту этот золотой камень дает. Так, теперь это все надо убрать. Сейчас я посмотрю, сколько места осталось. Если хватит, то мы продолжим.